Это такой мужик, который устал после работы, должен ее петь. Ну, примерно как я после концерта, блин. Вынул водку из сумки, с работы пришел и залез в интернет. В Одноклассниках сайте я страничку завел на 9-е сутки. Написала мне баба, что за толстая жаба. Я не помню такой одноклассница. Снится и лосница прекрасно. Снится, нахуй мне твой ребенок, нахуй мне твой кредит. Лучше я могу, а расширяла, как бочка, Версиулова дочка. Сгинчу топище свят обратно за парту 10-го. Я спросил ее, кто ты? Узнать ее фото. Это блядская брошка, стрёмный свитер и бант. Она мне ябанька с параллельного класса. И настырно, как кошка, просит писька ебать. Одноклассница снится и дразнится прекрасно. Снится, нахуй мне твой ребенок, нахуй мне твой кредит. Лучше я на ГОА расширяла, как почка. Обвисшие ноги, живот и шалавьи колготки, безобразно небритые ноги, прямо как уезжай, приезжай ко мне, Валька, привози литр водки. Скинь обратно за парту 10-го. Спасибо. Я на самом деле эту песню хотел отдать на наше радио. Это сказали слишком неформатно. Просто эта песня на нашем радио могла бы, я думаю, занять и, ну, 10-е точно хотя бы, да. Ну, Король и Шут мы обошли, да. Там тоже история, да. Так, продолжим наше шествие.